Всем доброе утро. Вернулись мы с моря. Ника, скажи всем привет. Всем привет. Ксюша. Hello. Привет. Вот. Утопили камеру, но благодаря новым технологиям можно все быстренько заказать. Все домой привезут. И мы уже снова снимаем. Но у нас, как всегда, продолжаются приключения, отпуск, и мы отправляемся в Республику Мариэл. Время 5 утра, покидаем душную Москву и выдвигаемся. Мы находимся в Гороховце уже. Время 9 часов по Москве. Скоро будет Нижний Новгород. Вот, смотри, как. Старинных церквушек проезжаем. Люди бегают, самоубийцы. Вот еще один перебежал. Воронеже скоро приедем. В каком Воронеже-то? Там было написано Воронеж. Там Воротынец. Воротынец. Ну, Воротынец, какая разница? Большая. Нет, нет. Нам с тобой на двоих пакетик чая, нам с тобой бабла никто не занимает, но с тобой отовсюду выгоняют, мы с тобой на все дружно забиваем, мы с тобой дров немало наломали, есть азотки надо, чем согреться в этом поле, нам с тобой посидеть под темным небом, нам с тобой пополам буханку хлеба, мы отсюда уедем на велосипеде, мы отсюда умчим куда захотим, мы море и люди нас приветливо встретим, заметят, что мы офигительные. Отсюда учим, куда захотим, мы море и люди, нас приветливо встретят и заметят, что мы офигительные. Отсюда уедем на велосипеде, мы отсюда учим, куда захотим, мы море и люди, нас приветливо встретят, где-то там квартиры, машины, палатки, лодки.
Вот и доехали мы до Республики Мариэл. В 5 утра. Время 2 часа дня. Отъехали в Республику Мариэл. Сейчас заедем в Йошкар-Олу. Вот и мы в Йошкар-Оле. Йошкар-Оле. Ну как вам Йошкар-Ола? Красиво. Красиво, я. Но мы потом погуляем еще как-нибудь, приедем сюда. Сейчас выдвигаемся в деревню к родителям. Вот. Время 3 часа. Я думаю, за полтора часика мы доберемся до поселочка. Только к родителям, Курке, собакам и Вадиму. Вот, ко всем обитателям. Ко всем, кого знаем. Поселка Паранга. И не знаем. Да. Так что глядите, бдите. Всем удачи. Да, прибыли мы в Парангу. Кто бывал здесь? С этой высоты видно почти весь поселок, получается. Обзорная площадка? Да. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, друга найдешь. Прямо пойдешь, домой попадешь. Мы пойдем прямо. Вот это одна сторона его, вот там вторая. Мы сейчас едем посередине. Дороги, как всегда, ужасные, что бы ни говорили. Это так называемая центральная улица поселка Паранга. Синим заборчиком. Ищите, ребята, синим заборчиком. Дом с синим заборчиком. Ну вот и прибыли мы в деревню. Такой вот у деда с бабой. Парничок. Вот тут помидоры, бычье сердце созревает. Красотища, ребята. Вон они. Смотрите. Огурцы. Вон они. Как же хорошо в деревне-то. Сундук там проверяешь. Я все снимаю. Виноград. Мы тебе винограда с красно... с Анапы привезли. Какого? Покушать. Где рыба-то? Нету рыбы. Рыба. Тут вот на грядке. Репа. Свекла, морковка, все как положено, укропчик. Вот здесь я вот вырос. Так что, вон яблони,
Поспели еще яблоки-то. Такие только. Ай, аромат. Ладно, пойдем мы отдыхать после дороги. Приберемся еще покопать на рыбалку. Так что смотрите, будет интересно.